В федеральную программу модернизации капитальных ремонтов попало и здание терапии. На этой неделе представители подрядной организации из Хабаровска приступили к демонтажу стен и пола в правом крыле терапевтического отделения. Сроки те же, нужно успеть завершить ремонт до 15 декабря, для чего строителям придется выложиться по полной. Ведь не секрет, что последний капитальный ремонт в терапии проводился в 60-е годы. В ужасном было состоянии это здание, тут уж говорить нечего. Так что все и сыпалось, и рушилось. Высота полов, на которые потребуется около метра подсыпки, тоже может стать сдерживающим сроки фактором. Возможно, преподнесет неожиданность и демонтаж стеновых перегородок. Максимально мы выложимся. Ну, я не знаю, как пойдет тут. Видите, стены сыпятся, все рушится. Очень тяжело. Строители работают со своими материалами. Машины с песком, отсевом и плиткой сменяют то терапии, машины скорой помощи. Крыло, где идет ремонт, перекрыто, и шум не мешает салдинцам поправлять свое здоровье. Я надеюсь, что фирма, которая взялась за эту работу, исполнит ее качественно и в срок, и мы переживем эти трудности. Полтора месяца, я думаю, можно потерпеть нам будет. Настороженность руководства больницы вызывает другой факт. По программе модернизации область выделила на ремонт терапии 3 861 000 рублей. В ходе электронного аукциона удалось снизить сметную стоимость до 2 миллионов 900 тысяч рублей. Есть опасения, что разницу придется вернуть обратно в область. Чтобы высвободившиеся деньги направить в следующем году на те же благие цели, руководство медгородка направило письмо в Министерство здравоохранения области.